Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется. Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован на портале госуслуг. Он доступен тем, кто зарегистрировался. Чтобы оперативно получить уведомление об оформлении СНИЛС по электронной почте или СМС, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете. За первые сутки работы сервиса, который был введен в эксплуатацию 15 июля, в личный кабинет мам на портале госуслуг доставлена информация о СНИЛС 5300 детей. Поскольку Пенсионный фонд сейчас располагает информацией о факте рождения ребенка через федеральную базу данных, которая регистрирует акты гражданского состояния и располагает данными о маме, о ребенке, то, собственно говоря, сегодня ничего не мешает в таком же проактивном режиме ровно так же сегодня устанавливать. Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут предоставить только сами усыновители.